Так, друзья, всем привет. Сегодняшняя наша с вами прогулка начинается примерно с такого места. Значит, сейчас будут прикреплены скриншот карты и отмечен маршрут, как сюда добраться. От себя хочу сказать, что это довольно-таки простенький маршрут. Много людей его знает. Чем он хорош? Тем, что находится близко к городу Новороссийск. И сюда можно легко добраться на автобусе. До точки А. А от точки А уже пешком дойти до этой тропы. Я уже много раз ходил по этой тропе. Но там будет одно разделение. Она будет разделяться там вправо уходить, а другая влево. Вот по которой, по тропе, которая уходит вправо, очень часто ходил. А которая уходит влево, не ходил ни разу. Поэтому решил прогуляться, ну и показать вам, в принципе, этот маршрутик. Ну вот вначале вас первое, что вас ждет, это вот такой вот, не знаю, как назвать, смотровая некая, что ли. Здесь есть турничок. Раньше, я так понимаю, были качели. Есть козла. Есть скамеечка. Ну и, соответственно, уже отсюда буквально я отошел от остановки. Кстати, вот там вот находится остановка, где можно сойти и потом просто вот так вот по дороге вот туда выйти. Вот, но это все я вам сделаю скриншот, нарисую. Ну вот о чем я и говорил. Я обычно ходил в эту сторону. Вот, но сейчас попробую пойти по этой тропе. Не знаю, куда она меня приведет. Это как раз таки и интересно мне. Вышли вот на такую полянку. Кстати, вот там вот уже видны так называемые в простонародье шары. Довольно-таки хорошее такое место для пикничка. Единственное, что тут опасно костры разводить. Если не ошибаюсь, нельзя их туда же разводить. Ну, короче, та тропа опять вышла на главную. Вот такую широкую дорогу, я бы даже сказал. В общем-то, ходил раньше туда, теперь пойду туда. Скоро буду гид по горе Колдун. Зато мне нравится здесь гулять близко, близко, быстро. Не надо с собой тонны еды брать на весь день, кучу одежды и так далее. После последнего похода 18-километрового по руслу реки, по буреломам, я понял, что был абсолютно не готов к таким серьезным маршрутам прям. То есть я, ну, у меня мои ноги болели еще несколько дней, я вам скажу так честно. Даже не делал на этой неделе тренировку ног, потому что просто не смог. Ноги устали. И вот сегодня четверг, и только-только ноги начали отходить у меня. Это, конечно, сильно, сильно напряг их. Хотя до этого сколько раз я гулял по Колдуну и так далее. То есть, ну, то есть я не могу себя назвать там вообще неподготовленным таким маршрутом. То есть, по своему личному убеждению, я был готов, но при этом очень сильно устал. Вот такая природа тут у нас. Как я называю,
дебри. Решил, значит, такую разминочку для себя сделать, потому что завтра, возможно, если позволит погода, пойду на домик йога. Выбираю еще маршрут, как туда добраться. А в субботу в планах посетить Ниберджай. Перемахнуть через Маркотский хребет. Вот, побыть на горе Лысая чуть-чуть. Поснимать оттуда, Новороссийск. То есть, в чем прикол той горы, что там, вот здесь, допустим, верх горы, да, и он... Ну, вы сами видите, да, то есть растительность. То есть, если я даже сейчас подойду к краю горы, нифига не видно будет. А прикол горы Лысая, то, что она, короче, одноименное название, да, у нее. И она сверху без деревьев. Соответственно, прекрасно видно Новороссийскую бухту и весь Новороссийск. Короче, шел, ребятки, шел. И вот такое место нашел. Смотрите, тут что у нас. Не знаю, что все это значит, если честно. Но местечко, так скажу, огорожено даже. Костерчик сделан. Блин, смысл в том, что дорожка эта пошла на спуск так. И я, ну, я понимаю, что она приведет куда-нибудь там в район монумента взрыв. Я не хочу там спускаться. Я хочу дойти до какого-нибудь обрывчика, где будет видно море. Поснимать, посидеть, легко там перекусить, обратно зайти по этой тропе и спуститься по той тропе, по которой я поднимался. А вот, кстати, довольно-таки неплохое место для перекусика. Сейчас достанем пятиточечник, подложим, чтобы сидеть было удобненько. И все. Блин, ну, место прям, я скажу, классное, ребятки. Тут, кстати, есть шампура. Так вот все выложено грамотно. Есть место, даже можно какой-то некий тент сделать. Бревна накиданы. Соответственно, можно сделать что-то типа палаточки. Ну, в общем-то, классная полянка для отдыха. Самое главное, что близко к Новороссийску все это находится. Короче, ребятки, гуляю, наткнулся на вот такое вот шикарное местечко. Посмотрите, какой вид, собственно, у нас отсюда открывается. Блин, это слово, вот это вот собственно, оно меня преследует. Посмотрите, какой классный вид. Буду снимать, наверное, не в широкомасштабной, не широкоугольной камере, а вот такой, потому что на широкоугольную получается слишком-слишком все далеко и не так хорошо видно.
Блин, ребят, ну опять пришел к какому-то суперскому виду. Смотрите сами. Просто обалденно. Ну, в общем-то, чтобы увидеть... Ой, блин, паутина. Увидеть такие виды, мне пришлось изрядно так подспуститься сверху горы Колдун. Ну, я продолжаю пока спускаться дальше, пока не нашел открытого места. Вот. Самое, что главное, мне придется еще раз подниматься, чтобы уже спуститься по нужной для меня тропе. Вот. С каждым походом как-то переделываю немножечко бутылки там и так далее. Как нож должен висеть, под себя делаю удобно. Как бутылку грамотно повесить, чтобы она не заколебывала постоянным вот этими вот ударами сбоку по ноге. И как бы не отвлекала меня от пути. Блин, короче, аж сыкотно подходить. Я так думаю, что это место, откуда парапланеристы начинают стартовать. До сюда, конечно, далеко подниматься. Кстати, вон там люди поднимаются. Короче, получается, подъем идет вот по прям вот по этому хребту. Это, блин, наверное, один из тяжелейших таких подъемов. То есть там прям реально круто-круто очень получается. А здесь я не знаю, сколько метров. Метров 200, наверное, свободно можно лететь. То есть даже к краю подходить страшно. Я не знаю, как отсюда парапланеристы стартуют. И, блин, я бы очканул. Но опять же, можно подняться и спуститься прямо вот по вот этому хребту, который сейчас увидите. То есть можно прям вот по нему подняться, спуститься. Но это тоже довольно-таки круто получается. То есть очень крутой подъемчик. Жалко, не взял с собой штатив. Надо купить, кстати, еще один штативчик. У меня есть здоровый, он не помещается в рюкзак. И сбоку его там никак не приделать, и в него не положить, и снизу его, если положишь, он будет за рюкзак сильно торчать. И, короче, такой, надо что-то, что можно положить в рюкзак. Буду искать, наверное, чтобы можно было вот такие моменты его выставить и какой-нибудь таймлапсик снять вам. Кстати, встретил здесь людей. Они, собственно, они и поднимались по вот этому крутому хребту. Вот. Виды классные, ребятки, но долго времени здесь стоять у нас не получится, потому что сейчас надо обратно лезть в гору, собственно, чтобы спуститься по нужной мне тропе. Вот. Ну, я считаю, очень крутой прогулка. Хотел сказать поход. Походом ты это не назовешь. Очень крутая прогулка получается. Очень крутая. Теперь интересно, действительно стало интересно обойти... Ну, весь Мархотский хребет вряд ли получится обойти, хотя почему бы и нет. Попробовать до Неверджая сходить, перемахнув через хребет потом, где батарея, на той стороне тоже махнуть, там погулять. Блин, классно, мест очень много просто. Ходи, гуляй, вот весь вопрос только в погоду упирается, чтобы погода позволила. Thank you.
О, короче, чтобы вы понимали, подниматься приходится примерно вот так вот. То есть идешь чисто на икрах. Икроножные забиваются. Фух, капитально вообще. Ой, ёлки-палки. Все ради видов, друзья мои, все ради видов. Класс вообще. В общем-то, единственное, что сейчас вот боюсь, почему решил пододеть сухую футболку, потому что, ну, я не знаю, видно было на камеру или нет, но та футболка абсолютно мокрая. Сзади, где вот находится портфель, прям жестко там, она прям как будто в воду ее опустили, потому что поднимался в гору несколько раз, ну и, соответственно, понимаете, да, что пока ты поднимаешься, тебе жарко, организм потеет и так далее. В обратную сторону прохожу местечко, в котором был перекус. Ну, уже больше, чем на середине спуска я. Ну, вот так вот мы пришли первой смотровой. Кстати, время сейчас 17:36. Ну, то есть довольно-таки быстро. Сколько тут получается? Минут 20. Ну, тут еще, может, максимум минут 10. 30 минут, чтобы спуститься с горы. Колдун получается. Почти уже, ребятки, на уровне домов получаюсь. Итак, спасибо всем, кто ставит лайки, пишет комментарии, смотрит это видео, подписывается и все такое. Вот. Расскажу вам, пока спускаюсь, немного о своих планах. В планах купить GoPro не менее восьмерки, чтобы она снимала 4К 60 FPS, а лучше взять, конечно, постараюсь, по крайней мере, если я смогу найти вообще такое сейчас, как вы понимаете, в дефиците. GoPro 10, которая снимает в 5К, также 60 FPS. Потом сразу же купить к этому ко всему стабилизатор. Купить палатку. Ну, немного-немного, совсем чуть-чуть какого-нибудь такого снаряжения, чтобы удобно было хотя бы сутки находиться в лесу. Ну, то есть утром уехал, где-то там переночевал, потом приехал на следующий день. Собственно, вот буду стараться делать так. До Нового года надо сделать, чтобы начинать потихонечку такие интересные походики.